ЧП случилось в 21:00. В это время работа у девушек, которые занимаются прокатом, была в самом разгаре. Людей на площадке перед театром было много. Из желающих покататься на лодках выстроилась на пирсе целая очередь. Смотрю, шум сначала. Обратил внимание, будка она стояла, сначала людей вот так накрыла. И потом начал уходить под воду. Ну, я первым делом подбежал, с первым делом вызвал МЧС, объяснил ситуацию. Ну и помогал людям, мы начали вытаскивать людей, в первую очередь, из-под будки, потом уже из самой будки. 4 человека там было. Они упали в воду? Все упали в воду, да. А одна девушка, с которой кассирша была, она успела в окошко выпрыгнуть. Вот, а остальные с воды уже выплывали. Все многочисленные очевидцы, без исключения, тут же бросились на помощь утопающим. Говорят, сами удивились, что получилось действовать так слаженно. Быстро сработали люди, которые рядом стояли, они в будке не дали уйти в воду. Ее своими силами, руками держали, пока людей, другие люди вытаскивали из будки и из-под будки. А там нет такой вероятности, что кто-то утонул? Нет, вряд ли, потому что ребята ныряли, смотрели. Ну и в воде, по-моему, из людей, из пострадавших, по-моему, был только один человек, он своими силами смог выбраться на берег. Павильон использовался в качестве административного помещения. Внутри находились касса и документы. Изначально строение базировалось на воде, держалось на понтонах. К пристани было прикреплено с помощью 2 тонких тросов. Очевидцы утверждают, что крепление одного из них по какой-то причине отсоединилось, и строение тут же стало заваливаться на бок. Внутри находились, кто работает тут. Они, походу, стали на одну сторону. Центр тяжести перевесил. И все, она перевернулась махом. Помимо спасателей МЧС, на место подъехала аварийная бригада электросетей, ведь павильон находился под напряжением. Лишь по счастливой случайности никого из людей не убило электрическим током. Погулять хотелось очень после работы. Такое чудесное спортивное настроение было. У меня любовь к гребле, вот я погребла. А говорит, что у вас там осталось? Ключи от машины. Внутри будки, помимо выручки, хранились паспорта, документы на машину и ключи клиентов фирмы. В общем, ценные вещи, которые люди оставили в качестве гарантии сохранности арендуемых лодок. Утонуло ли это залоговое имущество, никто не знал. Пришли отмечать тоже открытие чемпионата со своей подругой. И вот наши документы поплыли куда, не знаю. Хочу помощи у посла Азербайджанской республики, палата Бузбилову. Если не найдут, пусть поможет восстановить документы. У меня там паспорт, регистрация. Из Баку. Точную причину ЧП смогут сказать следователи после выяснения всех деталей происшествия. Сегодня замечательный день, сегодня открытие чемпионата по водным видам спорта в Казани. Собственно, так мы его и отпраздновали на воде. Екатерина Салейкина, Равиль Салганов, Альберт Доминов, эфир 24. «Игра престолов», 4-й сезон за один день, в воскресенье.